Сегодня мы с вами будем делать несложную укладку. Мы волосики уже слегка подготовили, то есть мы немножечко прокрутили кончики. У кого-то, может быть, просто они вьющиеся. Если нет, значит, взяли щипцы закрытые и вот таким образом немножечко прокрутили. И все. Нам с вами нужно слегка подчесать макушечку. Ну, для того, чтобы она была более круглая, более объемная. Итак, мы с вами прям сверху отделяем прядочку и слегка их подчесываем. И лаком брызгаем 20-30 сантиметров расстояния издалека, вот так, хоп, чуть-чуть совсем. Буквально три прядочки у нас с вами такие будут. Брызнули. И вот так опускаем все это теперь. Так. И третья. Вот слегка у нас с вами взяли это местечко. И вот сюда сажаем невидимочку. Вот так. Теперь берем волосы от лица, скручиваем в жгутик, слегка его вот так пальчиками расширяем, берете невидимочку и цепляете с противоположной стороны. Оп. Теперь переходим на другую сторону и точно так же делаем жгут. Тут важно, смотрите, жгут делаем не сюда, а именно от лица, то есть наверх, вот так. Опять же его расширяем пальчиками. И опять же закрепляем невидимочкой. Вот так. И снова переходим на эту сторону. Крутим, крутим. Расширяем, не забываем. Опять же закрепляем. И снова мы переходим на левую сторону. Вот. И снова мы крутим жгут. У нас получается крест-накрест. Право-лево, право-лево. Проходимся, смотрим, чтобы у нас невидимочки нигде не торчали. Волосики, которые у вас впереди у лица, даже неплохо, что они будут у вас свисать вот так вот на лицо. Можно нижние волосы еще разочек подчесать, сделать их полохматее, чтобы у нас сыграли две фактуры. То есть здесь у нас гладко, а здесь у нас лохмато. И все, фиксируем все это лаком. Вот такая вот у нас получилась красота.